Здравствуйте. Сегодня 24 февраля 2022 года. Нахожусь на пешеходном мосту между улицей Горького, Тамбовским краем, там улица Костомаровская и улица Льва Толстого. Замечательный вид отсюда на ТЭЦ. ТЭЦ Орловская. Река в этом месте без льда, как видите. Просто погода почти весенняя, замечательная. Там улица Льва Толстого, улица Гайдара, район мясокомбината так называемый. Тут утки резвятся, крупные такие. О, как они бросаются за кусками булки. Утки здесь, мне кажется, даже крупнее, чем в районе подвесного моста на Приволье. Выросли они здесь. Очень такие мощные уточки и селезни. Так, Тамбовский микрорайон далее. Погода замечательная, наверное, градуса 4 тепла, то и 5. Тут тоже уточки. Такой небольшой ролик. Спасибо за просмотр. Всего доброго. С вами был Дмитрий из Орла.